Я бы на твоем месте пошел, повесился. Как ты это сделал? Что, повесил? Как он это делает? Тут этот самый, как его, немец этот, бандит. Он просто трогает руками воздух, и дверь заделывается. А теперь он... Что? Он сидит, смотрит не в телефон, а в этот самый, в гвоздомет. А, у него из гвоздомета торчит телефон. Стоп, что? Я не могу это объяснить. Трогая воздух, он заделывает дверные проходы досками. Вместо того, чтобы смотреть на камеру, он смотрит на пневматический этот молот, или как, точнее, гвоздомет. Смотрит на гвоздомет, из которого торчит телефон. А вместо того, чтобы бегать с оружием, он бегает с какой-то фигней в руках невидимой. Что?